dla Maja. Tak, taky já včera napísal, já byl včera na muzikli, Bůh mě vdachnul, tak večerom napísal, sebe переписывал, перечитывал про духовную борьбу, что иногда действительно, что у нас разочарование на мгновение приходит. У меня такое было, я вчера написал этот стих. Война, борьба внутри, и сердце вновь разбито, и голос слышен, посмотри. Душа твоя избита. Вокруг меня ненависть, зло, и раны кровоточат, и мне опять не повезло. И заново мне начать, все нету сил, устал, упал, и страх вновь на меня напал. О мой Господь, меня услышь, любить я верить, все стараюсь, и быть смиренным я пытаюсь. В любви я как бы тот невежда, и вместо веры лишь надежда. И как могу любить другого, коль ненавижу я себя, не вижу я пути иного, не вижу, Господи, Тебя, и нежный голос Твой утих, и недописанный мой стих. Смирения нет, но я терплю, и жутко мне, как будто сплю, и снится мне, что нет Тебя. Возненавидел я себя, в молитве вновь Тебе шепчу, Тебя, Господь, я вновь ищу. И вот мгновение прошло, и боль и зло вновь отошло. И в сердце вновь вернулась вера, вновь душу мне она согрела. Любовь огнем вдруг разгорелась, душа моя развеселилась. Господь опять со мной идет, смирение благодать дает. В терпении или в смирении, Бог все равно дает прозрение. Надежда есть начало веры, и в ней границы нету меры. Но выше всех, то есть любовь, хоть угасает, но разгорится вновь. И вот я слышу голос твой, дописываю я стих с хвалой, и слышу, шепчешь ты, любя, люблю, мой сын, люблю тебя. Молодец. Слушай, Алаш, это скажешь.